spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена наплечная рыболовная сумка, выпускаемая под польским брендом Dragon. Данная модель может использоваться как для хранения приманок и инвентаря в домашних условиях, так и в качестве аксессуара на ходовых рыбалках. Вес составляет всего порядка полукилограмма. Давайте поближе ее рассмотрим. Сумка Dragon имеет следующие габариты. Длина 43 см, высота 25 см и максимальная ширина порядка 15 см. Изготавливается из современного нейлона и имеет несколько вариантов расцветки. Данный материал достаточно прочный, износостойкий, а главное, обладает некими непромыкаемыми свойствами. Так что если вы и попадете под незначительные осадки, содержимое должно оставаться сухим. При загрязнении все легко очищается влажной салфеткой. Для переноски сумка оснащена плечевым ремнем из стропы шириной 4 см. Он не съемный, но регулируемый по длине. А чтобы аксессуар не сползал и не давил при ходьбе, на лямке предусмотрена передвижная мягкая вставка. Более того, с нижней стороны она имеет слой сетчатого материала типа Air Mesh. По бокам симметрично расположились объемные карманы с простыми молниями. Обратите внимание, здесь установлены замки от известного производителя компании UKK. В них можно хранить бобины с леской, упаковки с крючками и различной фурнитурой, мелочевку или же компактную электронику типа фотоаппарата-мыльницы, портативного навигатора или рации. Под большим клапаном с текстильной застежкой находятся два вместительных накладных отсека размерами 17 на 21 см. Они отлично подходят под небольшие коробки с приманками, пачки со съедобной резиной, а также всевозможные рыболовные инструменты, аксессуары и приспособления. А можно сложить бутерброды для перекуса, аптечку или пакет под улов. Основное отделение достаточно объемное и разделено на две секции полумягкой перегородкой. Одна половинка способна вместить личные вещи рыбака, несколько катушек или дополнительные приманки. В другую сложите, к примеру, свернутый дождевик. А еще такую сумку можно брать с собой на пикник, в небольшое путешествие или использовать при отдыхе на природе. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.